Привет всем высшим! И да, сегодня будем играть в Slasher Skip, который немного напоминает Void Bastards, а также некоторые другие игры с рисованной графикой. И в этом определенно что-то есть. Ну, лично для меня это как глоток свежего воздуха. В общем, ладно, я думаю, мы, наверное, выберем вот такого вот усача, потому что большинство пока что рас или классов у нас закрыто. Поэтому, думаю, для начала нам сойдет и вот такой вот мужичок. Так, давай только назовем его Валиком. И включим режим пермадев, что, в принципе, добавит какой-то хардкорности. Так, и вот такое вот у нас начало. Мы оказываемся в какой-то темнице, и да, господи, вот эта вот рисовка, это просто что-то с чем-то. Так, и эта тюрьма, видимо, тоже, потому что наша дверь нашей темницы держалась, видимо, на каких-то ниточках. Так, и охранника, судя по всему, тоже нету. Ладно. Так, смотри-ка, какой-то молот и вот такой вот амулет. Да, каждый раз, когда мы начинаем новую игру, у нас, ну, каждый раз новое оружие, что, в принципе, добавляет какого-то рандома, ну и элемента реиграбельности, давай скажем так. Так, в общем, у нас вот такая вот булава и амулет на повышение... повышение ranged knockback, то есть мы отбрасываем противника дальними атаками чуть дальше. Что, в принципе, наверное, очень даже неплохо. Так, и атака у нас, судя по всему, по направлению движения. Что, знаешь, тоже очень даже неплохо, как по мне. Так, конечно, атака у него очень медленная, но, думаю, с одного удара мы будем вполне неплохо так выносить здоровье нашим противникам. Так, что ж, погоди-ка. Ага, то есть у нас вот есть тут такая вот комната с зомбиками. Ну, пока что я не готов, на самом деле, туда суваться. Давай, может быть, посмотрим, кто у нас тут будет. Так, аккуратно подходим сзади и... А, так тебе, гадина! На тебе! Ах ты ж! На! Фу, за два удара. Но они, конечно, чертовски были медленные. И тут попадало много еды. Ну-ка. Фу, она испорченная! Так, ладно. Вот это вроде бы была неплохой, поэтому... Давай съедим пару сосисочек. И продолжим путь. Так, это, видимо, сгнившее. Вот, можно вот это еще скушать. Отлично. Так, привет. А тут какие-то мотыльки. Так, ребят, нет. Я не хочу с вами сражаться, поэтому... Хотя пускай они, наверное, подойдут, а мы уже треснем им как следует. Вот так вот. Скотина, на тебе. Так, давай поближе, поближе подходи. Так, подожди, а у нас тут осталось еще что-то? Фу, какой-то жук. Так, а больше ничего нету? Ну, еще один жучок есть. Так, ладно, ну, я думаю, мы установили как раз-таки все здоровье свое. Так, тихо, тихо. Да что ж ты будешь-то делать-то? Подойди ко мне, скотина. Так, ладно, ладно, пускай он подойдет, и мы уже тогда по нему как следует ударим. Так, ну, елки-палки, что же вы все не подходите? Так, ладно, спринт-бонус тут еще есть. То есть, можно бить как сзади, так и, можно сказать, подбегая. Так, отлично, у них тут есть какие-то тарантулы на палочке. Ну, ладно. Думаю, пока что у нас очень даже неплохо дела обстоят. Так, там вот есть сфера восстановления здоровья, но я думаю, она нам пока не нужна. Так, тихо-тихо. Ну-ка, подожди. О, все. А их скушать можно? Фу, они ну, не испорченные, ладно. Они не испорченные, но кушать их тоже не следовало. Так, тут у нас зомби. Я даже не знаю, к ним подбежать сзади, не подбежать. Давай, пожалуй, посмотрим, что у нас тут будет. Ёлки-палки. Ты еще что такое? На тебе. Так, 28 здоровья отняли за одну атаку. Так, и он взорвался. Ну ладно, можно считать, что мы его убили. Так, привет. Ну, слушай. На тебе! Так. Это... Ах ты ж, не почти вот на шипы их докинул. Так, давай поближе, поближе, поближе. Да не стесняйся ты. Так, и остался еще один. Давай его тогда по голове вот так вот вдарим. Ну-ка, вот ты что ты будешь делать? Да, две атаки, и они уже мертвецы. Что, знаешь, мне нравится. Пока что у нас оружие очень даже неплохое. Так, это не секретное место. Я думаю, можно сломать как-то плакат и пробраться уже в эту щель. Ну ладно. Вот ты,
Подожди, подожди, подожди. Оп, отлично. На тебе еще раз по лицу и еще раз. Фух, ну тут уже на 3 атаки пошло у нас дело. Так, смотри, зато у нас тут есть какой-то... А, нет, это не эликсир. Это, в общем-то, какой-то мусор. Так, погоди, погоди, погоди. Аккуратно подходим. Сзади хотел сказать. Но не получилось. Так, ладно, ты иди тогда поближе, и я тебе как следует вдарю. На тебе. Так, вот, на шипы его кинули. Да что ж ты будешь-то делать-то? Так, и у нас левел ап. Смотри-ка. Мы можем сейчас закинуть 4 очка атрибута. И что же мы получили там? Стой, 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 стой. Давай, делай свою атаку. Так, еще раз делай, давай, давай. Ах, нет, 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 слишком быстро, слишком быстро. Вот тут уже. Отлично. Так. Ну, смотри, пока что... Что у нас тут есть? А, 4 очка, которые мы можем закинуть... И также у нас сейчас есть 2 навыка. Это еще что? Ага, то есть у нас тут умения на кинетические какие-то жезлы. Угу, понятно. Ну, пока что мне нету чего-то подобного, поэтому я даже и не знаю, зачем они мне подобный навык дали. Так, а что у нас тут? Что-то есть? Нет, пустой. И это, видимо, тоже пустой контейнер. Так, и тут у нас какая-то есть дверь. Отлично. Давай тогда попробуем прокачаться. Что у нас тут есть? А, увеличивает максимальное здоровье и урон в рукопашке. Ага. Увеличивает шанс крита, видимо, и эффективность брони. Что, в принципе, неплохо. Так, и интеллект повышает критический урон. А, то есть, видимо, это у нас шанс крита, а это уже сам крит. И также ranged damage и... Так, и цену у торговца также повышает, видимо. А, и повышает количество получаемого опыта. Слушай, а вот это вот очень даже круто. Давай, может быть, в интеллект докинем, чтобы мы, ну, очень быстро получили новый уровень. Так, мне кажется, это неплохой затеей. Только надо аккуратно так этим... Бля, какая скотина-то. Так, аккуратно, аккуратно. Оп, давай поближе, поближе. На тебе. Фух, ах ты ж, еще один. Я тебя не видел. Давай поближе, поближе, на тебе. Так, ну вот, уже они втроем у нас как-то вместе там сидят на этих шипах. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас пусто. Ну ладно, давай тогда посмотрим. Ах ты ж, маг. Так, давай поближе, поближе. Ну-ну-ну, куда выстрелишь? А ты где, скотина? Так, и еще одна атака. Ах ты ж, гадина, попала-то. Ладно, надеюсь, за него опыта дали очень даже неплохо. Так, погоди-ка. Монетки. Ну, давай тогда попробуем расправиться с этими зомбиками. Куда вы идете? Вот куда ты идешь, скажи мне, пожалуйста. Отлично. Оп, за одну атаку. За одну атаку, ты это видел? Так, ну, слушай, штаны еще какие-то. Требуют 5 ловкости и дают 2 интеллекта. Вау. Слушай, а это очень даже неплохо. То есть, бонус к интеллекту. Думаю, потом все-таки прокачаю себе Декстри. Это добавило бы нам живучести и... Да. В принципе, неплохо. Так, что у нас здесь? Слушай, а здесь у нас, судя по всему, новый амулет. На повышение здоровья. Правда, я не понимаю, это повышает общее здоровье, либо добавляет регенерацию. Ну, пока что у меня... Я даже не знаю, ranged knockback. Хотя, стоп, может быть, мы отталкиваем своей атакой их дальше? Слушай, я даже не знаю. Ну, ладно. Пока, 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 пока. Что у нас тут есть? Кто-то прыгает, но... Сейчас. Погоди, погоди. На тебе! Фу, ты посмотри на это! То есть тут у нас и оружие какое-то есть, и вот такие вот штаны. Правда, требует и 5 интеллекта, и 5 декстри. Так, ну ладно, то есть в следующий раз мы кинем все в декстри, и что это такое? А, требует посох! Так, подожди-ка. А это посох? То есть жезл? Да, это жезл. И причем кинетический, именно тот, который нам нужен был, судя по всему. Так, ну давай тогда мы сейчас оденем вот этот вот амулет и посмотрим, как у нас вообще будет. Оп.
Что произошло только что? Я не понимаю, ну ладно. Видимо, что-то мы досделали. Так. Иди-ка сюда. Оп. Отлично. И у нас теперь небольшая регенерация. Так, давай тогда осмотримся здесь. Может быть, найдем какой-нибудь новый путь. Да и у нас скоро новый уровень за счет того, что мы прокачали полностью интеллект, и у нас довольно много идет опыта. Ну, как мне кажется. Так, погоди. На тебе, скотина. Интересно, он подойдет? А, нет, он умер. Так, и здесь у нас какое-то пустое помещение. Я не знаю, есть ли тут какие-то секретки, но, судя по всему, нету. Давай тогда, может быть, зайдем в другую комнату. У нас как раз-таки там были вроде бы поблизости, вот, еще какие-то помещения. Смотри, здесь вроде бы ничего нету. Так, ага, то есть там у нас пауки и восстановление здоровья, конечно же. Так, вот у нас восстановление здоровья. А куда мы могли еще пойти? Я помню, здесь было еще одно какое-то помещение, которое мы... Так, я, видимо, сейчас уже сюда не пройду. Нет, прошел. Протихнулся бы, я бы сказал. Так, привет. Ну, слушай. На тебе. По лицу. И еще раз. Фух, а как нам пользоваться этим жезлом? Скажи мне, пожалуйста. Как нам переключиться? А, вот. То есть смотри. То есть мы можем взять себе вот эту вот табуретку. Вот. И запустить ее уже в противника. Судя по всему. Давай попробуем. Так. Опа! Ты посмотри. Его на шипы кинуло? Или мы с одной атаки справились? Ну-ка. Еще раз. Я бы сейчас в эту тварь запустил бы. Ух ты ж, боже мой. Вправду, с одну атаку. Так. Ага. Давай еще раз. Твоя магия ничто по сравнению с моей. Подожди, подожди. Да постой ты. На тебе в лицо. Отлично. Он встанет? Слушай, я даже и не знаю, встанет ли он после такого. Не уверен. Так, ладно. Давай тогда продолжим орудовать своим молотом. Хотя молотом это вряд ли можно назвать, учитывая, что это просто какая-то кость. Иди сюда, иди сюда. Да что ж ты будешь-то делать? Да, левел ап. Отлично. То есть мы можем сейчас взять те штаны или... Я даже не знаю, что придумать. Так, ну пока у нас все очень-очень-очень хорошо. У нас довольно сильное оружие. И, в принципе, мне кажется, мы раскидали очень даже неплохо свои навыки. А, смотри, здесь у нас пиромансер. Ага. То есть мы можем взять какое-то заклинание, которое бьет уже огнем. Бьет уже огнем. Ну, слушай. В принципе, мне бы хватило и вот этих вот штанишек. Раз, два, три. И, наверное, еще одно очко в интеллект. Вот. Теперь мы одеваем вот эти штаны, и у нас 9 интеллекта! То есть мы еще быстрее прокачиваемся. А это очень и очень круто. Так. Ну-ка. Давай тогда посмотрим, что у нас будет в этом помещении. И, может быть, даже... Так, это, судя по всему... Это, судя по всему, тупик, и я не знаю, куда идти. Так, погоди-ка. Надо посмотреть, все-таки тут должны быть какие-то помещения, которые мы еще не исследовали. Где мы не были? Скажи мне, карта, где мы вот не были? Так, постой, это тупик, это тупик, это определенно тупик. А, ну, по идее, сейчас мы вернемся тогда вот в эту комнату. Идем куда-то не сюда, скорее даже, а куда-то вот сюда. Угу. То есть вот. А, что мы тут делаем? Тут мы... Да, конечно, это тот еще лабиринт. Я хочу сказать. Действительно, тут можно заблудиться. Так, и вот мы, получается, попадаем на территорию, где мы еще не были. Отлично. Так. Ага. Смотри, тут какая-то коробка есть. Не знаю, может быть... Нет, не ломается. Но мы могли бы ее поднять и запустить в своих противников. Так, ах вы скотина-то такие! Нет. Интересно, они подбегут к нам? Да. Ах ты, какая ты! Иди сюда, иди поближе ко мне. Да хватит махать, как аргун-танк какой-то. Так, оп, вот так вот сзади.
Так, и что у нас здесь? А у нас здесь много-много противников. Ладно, давай тогда переключимся обратно на жезл. Попробуем вот так вот уже сделать. Ты что ж ты будешь делать-то? Ах ты ж. Тихо-тихо-тихо. На тебе. Грязный жучара. Так, ага. Так, тут у нас какие-то монетки. Все чисто? Да, все чисто. Отлично, давай тогда доломаем это все. Так, и посмотрим, что у нас будет здесь. Так, а здесь у нас... Здесь у нас уже помещение, где мы были. Так, ну, подожди. Может быть, тут есть еще какое-то помещение, в котором мы не были. Или мы могли бы попробовать попасть вот... А, смотри, смотри. То есть мы ломаем вот эту вот балку. Нет, не эту балку. Вот эту балку. И не эту балку. В общем, я без понятия. Я думал, это можно как-то сломать было и проникнуть уже туда. Но, видимо, нет, не так все работает. Так, ну, подожди-ка. Мы могли, судя по всему, попасть еще как-то... Как-то вот в ту часть. Нет? Не могли бы? То есть тут у нас место сохранения. Подожди. То есть у нас вот сверху еще не исследована часть карты. То есть мы сейчас либо возвращаемся обратно, либо я даже и не знаю, что мы делаем, потому что мне кажется, я заблудился. Я заблудился по-страшному и не знаю, куда идти. Так, так, ну мы здесь были, смотри-ка, здесь мы, получается, тоже вроде как были. То есть вот у нас, ага, вот эта комната с мотыльками. Так, а здесь вот точно нету никаких дверей или люков? О, нет, нет, давай тогда вот так вот прыгнем. Отлично. Так, смотри, монетки. А что у нас здесь? А что у нас здесь? А тут у нас, судя по всему, ничего такого. Ладно, ладно, что ж. Зато мы осмотрелись немного. Так, и, собственно говоря, это у нас наша начальная комната или что вообще? Давай тогда осмотримся. Да что ж ты будешь делать-то? Так, ну-ка. Ай, мне не хватает уже, видимо, зарядов. Так, я застрял, кажется. Я, видимо, застрял. Нет. Ужасный шкаф. Дай не пройти. Ох, все. Так, ну вот. То есть смотри. Вот оно, помещение, где мы, судя по всему, были уже. Ага. То есть здесь мы были, а вот тут мы... Тут мы тоже были, но подожди. Вот там есть какое-то место. Это еще что? Опа. Ага. Секретная дверь. Смотри, сверху появилась. То есть это примерно вот в той области. Ну-ка, постой. Давай-ка посмотрим. Это получается нам как идти-то? Это выходит нам сюда? Да-да-да. Да, конечно... Подожди, не ожидал, что на первом этаже найду нечто подобное. Любопытно, любопытно. Так, то есть у нас открылась дверь вот тут где-то, да? Да, вот она, секретная дверь. Привет. Ах ты ж, какая ты... Так, постой, постой. Да что... Ах ты ж, блин, падла такая вонючая. Давай, 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 поближе, вот сюда. Подойди тогда, я тебе... Покажу, где раки зимуют. На тебе. Так, смотри. Новый молот. Шлем. Какая-то заточка. Какая-то заточка. Ага. Нет, слушай, это... Это какой-то... новый жезл. Так, а это еще что? Открытый контейнер? Так, но он слишком тяжелый. Мы его не можем поднять. Так, и вот у нас... Подожди. Тут... Тут действительно ничего нету. Может быть, надо перевернуть как-то этот... А, да-да, смотри. Оп. Так. Ну и вот, мы его можем открыть. И у нас тут попадало много чего интересного. Так, подожди. А это еще что? Ага, добавляет интеллекта и добавляет декстри. Отлично. Вот это вот мне куда больше нравится. Давай-ка мы тогда поднимем вот это вот. И, наверное, шлем на 5. Шлем на 5... Так, это зеленый, это красный. И, в принципе, в этом вся разница, судя по всему, да? Ну, красный мне как-то больше нравится, поэтому давай его оденем. Так, здесь у нас будет одно кольцо. И, наверное, пока что это у нас все.
Вот, смотри, действительно, прям по цвету подобрали. Так, и что еще у нас тут есть? Ага, Декстри плюс один. Слушай, ну я даже и не знаю. А, с одной стороны, мне кажется, Декстри более важная, чем... Погоди-ка. Чем все остальное. Так, а... то есть ты хочешь сказать, что вот это вот... А, этот Джезл, он более эффективный, чем то, что у нас было. Так, а что у нас тут? Ничего интересного. Ладно, давай тогда на второй этаж. Так. Слушай, ага, то есть у нас еще есть очко умений, которое мы можем потратить. А, то есть мы можем прокачать либо вот сюда, вложить свое очко, либо... Ой. Подожди. Я не уверен, что я хочу прокачивать. А, то есть, смотри. А, так. Ага, то есть объекты, которые мы поднимаем, они у нас наносят больше урона и летят быстрее, соответственно. Ну и считаются более тяжелыми. Ну, вроде бы как неплохо. Давай тогда потратим. Я, конечно, не думал, что буду прокачивать мага в этой игре, но ладно. Так, давай тогда попробуем вот это вот... новый жезл. Ну-ка. Ох ты, да он как пулемет. На тебе. И еще раз. И еще раз. Еще раз. И еще раз. Да сколько можно? Ты такая жирная, та скотина. Тихо. Ага. Все. Так, ладно. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ох ты ж, какой разброс-то. Все, сломался. Сломался у нас наш жезл. Так, иди сюда. Иди сюда, я тебя тогда сразу убью. Опа. Фу, да. И, конечно, не ожидал, что тут жезл настолько безумный будет. И да, он сразу сломался. Так что, да, лучше буду скинетическим бегать. А, давай тогда попробуем убить ту муху. А так тебе. Ах, ты ж падла такая, не подошла. А так, ладно. Да что ж ты меня все высматриваешь? Так, еще одна атака. Отлично. Я не уверен, что она попала, хотя вроде как попала, гадина. Так, а что у нас тут есть? Есть зелье здоровья. Отлично. Давай тогда попробуем. Угу. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ах ты ж. Я убил? Да, я убил. Отлично. Так, ну что ж, тут какая-то лужа после нее осталась. Так, а что у нас здесь? Много-много еды, а тут у нас зомбяк. Так, и, соответственно, предметов никаких нету, которых мы могли бы поднять. Зато здесь у нас много-много-много всякой разной еды. Так, шипов нету? Шипов нету. Так, придется тогда своими руками справляться. На тебе. Еще раз. На тебе! Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж! Нет, не хочу умирать, не хочу умирать. Так, давай тогда попробуем... подлечиться. На тебе. Да какой он жирный-то! Слушай, я думаю, мне кажется, что зря мы все в интеллект прокачивали, потому что мы ничего не наносим. Мы ни черта просто не наносим. И мне не сказать, что это нравится. Так, зато у нас тут прекрасный такой вид есть. Так, а что у нас здесь? Ага, зомбяк и... Привет. Ну посмотри, посмотри. Ну давай. Во-во-во. Ну вот он я, давай. А, он то есть лечит своих союзников? Ну-ну-ну, посмотри в мою сторону-то. Не, не хочет смотреть. Ладно, давай тогда вот в ту сторону пойдем. А, раз такое дело. Так, а это еще что, какой-то контейнер? И зеленые слаймы с черепами. Ёлки-палки, не-не-не, я не готов к такому дерьму. Так, зато... Подожди-ка, где мы были? А были мы, соответственно, вот в том, кажется, помещении, да? Да, вот оно. Так, о, привет, привет, привет. Я, кажется, твоего друга покарал недавно. Поэтому давай ты попытаешься за него отомстить. Фух, иди сюда. А вот, собственно говоря, он и висит. Так, вот так тебе. Отлично, стелс. Стелс. Ох ты ж, падла попала, падла попала. Так, ладно, нет. О, отлично.
4 сильных атаки по нему. 4, мать его, сильных атаки. Да, сложнее, конечно, стало, но зато мы можем... Я даже и не знаю, что мы можем. Там какой-то стул. Так, а здесь у нас много еды. Ага, то есть у тебя еще и жезл есть. Да хватит уже атаковать. Отлично, мы покушали. О, шипы! Не хочу шипы. Так, привет. А так тебе. Так, отлично. Тут еще есть один противник с рукопашным, да, оружием. Ох ты ж, подло такое. Подожди, подожди. Отлично, вот мы подлечились. Иди, иди, иди сюда. А так тебе. Так, и остался этот маг. Этот чертов маг. Так, что с ним делать? Давай, наверное, в него забустим какую-нибудь коробочку. Ага. Держи, скотина. Ах ты ж, блин, не попал. На тебе. Так, ну, видимо, какой-то урон да я нанес ему. Так, правда, не уверен, что... Ох ты, две атаки. Слушай, ну я, судя по всему, неплохой, это маг. Очень даже неплохой. Так, ну, он валяется, поэтому мы можем устроить тут небольшую трапезу. Скушать вот жуков всяких. Вот редька тут какая-то интересная у них. Так, а это что, яблочко? Да, это яблочко. Вот, давай, червячка, яблочко. Вот такое мясо у нас. Еще один червячок. Так, да подожди ты. Так, 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 что тут еще можно? Ох ты ж. Ну вот мы, собственно говоря, и все здоровье-то и восстановили. Поэтому, погоди-ка, это можно как-то снять со стены? Нельзя? Жалко. Ну ладно. Так, в любом случае мы восстановили здоровье, поэтому можно будет отправиться, я даже не знаю... Какое-то новое помещение. Вот там был какой-то зомбяк, мне он не нравился, но... Сейчас вот так себе. Тихо-тихо-тихо. Ох ты ж, блинский. Ай, я, ты ж, что ты будешь делать-то? Это. Ах ты, подожди-ка. А, та-та-та-та-та. Отлично. А, ты, не получилось-то. Так, давай тогда попробуем обойти. Ага. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот. Отлично, одного убили. Одного убили. А ты ж, вот ты будешь делать. Так, давай еще одного. Угу, отлично. Так, и тебя осталось убить. Фух. Так, теперь дело за нашим жезлом. Давай, бери стул. И валим этого мага. На тебя. Да, новый уровень. Отлично. То есть теперь мы можем вложить еще больше в интеллект. Я даже не знаю. Наверное, это все-таки не очень хорошая затея, вкладывать в интеллект. А что это такое? 8% всего рукопашного урона по нам переносится на противников. Слушай, ну не то чтобы у меня прям было много... много защиты, чтобы жертвовать своим здоровьем. Хотя, ну, слушай, 8% это вроде бы не так уж прям и много. Поэтому мне кажется, лучше оставить то, что есть. Так, что у нас вообще за рукопашное оружие? 18-25. А, я же хотел себе новое оружие взять, точно, я уже забыл про него. Слушай, ну и вот, Long Blade, ага, 20-26, а этот 7,9. Ну, зато он дает бонус к интеллекту. Что, да, как мы выяснили, очень даже неплохо, потому что у нас... Персонаж прокачивается куда-куда быстрее. А это, мне кажется, в нашей ситуации очень даже главное. Так, и, в общем-то, давай тогда 2 очка в интеллект. Эники-бенники еле, не знаю, в Декстере вложим. Давай в Декстере. Будем более что? Более жирные. Ну, наверное, да, более жирные и живучие. Так, а что у нас тут? Погоди. Так, тихо. Бум, бум-бум. Да. Он умер. Отлично. И после него вот такая вот неприятная лужа. Давай как-то ее... О, ты ж, боже мой! А, ты ж... Какой это короткий клинок-то? Прям... Ах ты ж, блин! Слушай, он очень короткий. Невозможно просто с ним бить. Вот, 13 урона. А, да что ж ты, я на что подписался? Так, отлично. Ладно, ну... Кое-как-то можно отбиваться, но все же... Не сказать, что прям очень удобно. Так, и здесь у нас тупик. Да, здесь у нас, судя по всему, тупик, поэтому нам придется возвращаться и исследовать новые места.
Так, давай тогда попробуем. Посмотрим, что у нас тут будет. И постой, какая-то еда. Что у нас здесь? Так, еще больше червячков, отлично. Так, ну что ж, у нас тут... Подожди, это что еще? А, так, мы вроде бы как не были в области, где какие-то непонятные черепа были. А вот в этой комнате, да? Да, в этой комнате. Ох ты ж, господи, боже мой, не хочу я с ними сражаться, но, видимо, придется. Привет, ребят. Так, тихо, тихо. Кто на меня будет атаковать? Ах ты же, елки-палки. Слишком тяжелый. А-а-а! Стремные хрени! Стремные хрени! Так, отлично, отлично. Одного убили, поэтому... Ах ты ж, господи, боже мой, там не пройти было. Так, давай мясо, мясо, мясо давай мне, или что это? Фу! Фу! Господи, боже мой! Да что ж вы будете делать-то? Везде черепа какие-то. Нет, 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 не готов, не готов, не готов умирать. Слишком молод, слишком красив. Слушай, а мы не можем пройти, да? Ладно, это было неплохо. Что ж, на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Игра мне определенно понравилась. В ней что-то есть. Ну, вот эта вот механика, рисовка. В любом случае, пишите в комментариях, как вам игра. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь и да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.